Оахаке. Вот так вот местные ездят. Мотороллер, наверное, да? Вот мы едем куда-то. Мексиканские пробки, да, в Оахаке. Мы не куда-то едем, мы едем в Пуэблу. Пытаемся выехать из Оахаки. Отель, посада, да? Какая-то посада. Своей обычной жизнью. Вечера. Горная речка. Сегодня ночую в горном поселке. Собаки переплывают речку.
Масло. Нет, и корм собачий, он собаки стоит, просит. Вот мы в пробке. Ну, мы не в пробке, вот мы смотрим, что тут помидоры вон всякие, всяко разные. Ну, бабуля сейчас, блядь, с колы сиганет, блядь. Вон, яйца уже по 19. Там они были 19.99. А тут были, а тут 18.99. Дешевле. Тут на песю. На песю. На песю. На песю. Я бы здесь купил. Ну ты там точно. Блядь, я бегал по весь центр. Вплоть до Пуэблы. Выбрал бы где дешевле.